Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 11. Урок 11. Миша записал число 345, а затем поменял местами цифры сотен и единиц. Увеличилось или уменьшилось число? И на сколько? 345. Меняем местами сотни с единицами и получаем число 543. Что можно сказать? Что число увеличилось. Чтобы узнать, насколько это число увеличилось, мы должны от 543 отнять 345. При вычитании двух этих чисел мы получаем 198. На 198 единиц это число увеличилось по сравнению с первой записью. Увеличилось на 198. Это наш ответ. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.